Одна из самых мужественных профессий. Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Те, кто работает и служит в региональных и муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных общественных спасательных организациях и МЧС России. Спасатели округа с профессиональным праздником поздравил глава региона Игорь Кошин. В условиях крайнего севера ваш труд и профессиональную подготовку переоценить невозможно. Их оценивает сама Арктика. Искренне желаю крепкого здоровья, теплого очага, мира в душе и удовлетворения от работы. Работы, которую можно с уверенностью назвать призванием, отметил в поздравительном адресе Игорь Кошин. Чествование представителей этой мужественной профессии прошло сегодня во Дворце культуры «Арктика». Спасателей с профессиональным праздником поздравил руководитель Комитета гражданской обороны Ненецкого округа Сергей Боенко. Хочу сказать, что вы действительно счастливые люди, потому что ваш выбор профессии совпадает с предназначением любого человека оказывать помощь, сопереживать и быть равнодушным к проблемам, бедам других людей, будь это трагедия или простая бытовая какая-то неприятность. Это ваш выбор. С праздником, здоровья, личных достижений, профессиональных успехов, любви, добра. По данным Комитета гражданской обороны НАУМ, за 11 месяцев текущего года ведомством проведено 449 поисково-спасательных работ. Спасено 494 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ниже на 10-15%. Спасатели связывают это с эффективностью профилактических мер, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров и происшествий на водных объектах.